Эй, там вроде еще одна чаша с песком. Как та, в которой я рисовал руку. Как туда попасть? Отец, посмотри наверх. Я что-то вижу наверху. Еще немного. Да, это и впрямь чаша с песком. Другие руны, никак не тот. Пойди сюда. Слушаюсь. Бау. Назад, Аси. Похоже, богам тут не рады. Вон она! Надеюсь, она нас помнит. Сын. Новая метка.
Привет, Чарли. Твоя подруга здесь? Что это за имя? Она сказала, что ее так зовут. Ну, я так услышал в голове. Чарли. Бой. Что это значит? Ладно. Сейдер не Динс, но любого, кто ступит сюда. Что это значит? Слушаюсь. Смерть богу воронов, повелитель висельников. Еще одна чаша с песком. Что там сказано? Я и ястреба, и сокола вознесу в небеса высоко. Что? Наверняка ответ есть где-то поблизости. Впереди враг!
Тяжелый бой. Сюда. Ой, остальные руны были спрятаны за холмом. Это Виндер. Ветер. Обратно к чаше. Рисуй. Да. Виндер. Посмотри. Отец, она здесь! Я очень-очень рад тебя видеть! Я знал, что ты жива! Привет! Ой, а ты можешь оживить голову? Я не очень понимаю, что... Погоди. Где ты это взял? Эти стрелы. Дай их мне. Быстро! Ну, это подарок. Делай, что тебе говорят. Это очень опасные стрелы. Колдовские. Если найдешь еще, уничтожь их. Понял? Ты меня понял или нет? Отвечай! Да, я понял. Если найду, уничтожу. Очень хорошо. Прости. Если хочешь, возьми мои стрелы взамен. Они мне больше не нужны. Ну, что там за голова?
хоть сам понимаешь, кто это? Ты убил его? По его просьбе. Он сказал, что ты его оживишь. Я? А ты не ослышался? Пожалуйста. Неси его к столу. Эмили! Я уже очень давно не занималась древней магией. Подержи. Давай посмотрим. Ну, к счастью, голова не сильно сгнила, и мозг все еще цел. Хороший срез. Отрубить голову не кому-нибудь, а ему. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Теперь держи голову под водой и не отпускай. Ты понял? Довольно. Получилось! Покажи мне. Эй, Мимир, слышишь? Да. Хорошо. О, Фрейя, давно не виделись. Хорошо выглядишь. Я сделала это только для них. Лично я считаю, что тебе лучше быть мертвым. Я бы поклонился, если бы мог. Прости меня. Если бы я знал, что ведьма в лесу сама Фрейя, никогда бы такого не предложил. Фрейя? Ты что, богиня Фрейя? Ой, ты не знал. Прости. Когда пройдет слух, что Мимир на свободе, Один будет в ярости. Ты богиня. Была первой среди ванов когда-то. Теперь уже нет. Ты не сочла нужным об этом сказать. Ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу? Сын, мы уходим. Но... Живо. Не за что. Зачем ты так? Ей нельзя доверять. Потому что богиня? Я тебя ничему не научил. Она же помогла нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны. Не суди их, брат. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Хорошо. Отнеси меня в храм Тюра к озеру Девяти, и я доставлю вас в Йотунхейм. Мы знаем этот храм. Что там? Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто еще укажет нам путь? Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? О, да. Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не владеет. Конечно же, кроме меня. Правда? А то. И, кстати, Йормунганд – блестящий собеседник, хотя по виду этого, может, и не скажешь. Мимир, почему Фрейя плюнула тебе в лицо? Нет, говори о Бальдре. Он утверждает, что неуязвим. Да, Бальдр неуязвим. Ему не причинить ни физического, ни магического вреда. Пустые слова. У всех есть слабые места. Боюсь, что нет. Бальдр неуязвим. Ему не причинить ни физического, ни магического вреда. Это ты сказал, Мимир. Разве? Откуда взялась его сила? Если я верно помню... Это связано с магией? Мимир? Наверное, какие-то участки моего мозга еще не до конца ожили. Им нужно немного времени.
Он хоть не сломался? Со змеем. На середине моста есть рог. Отнеси меня туда. Наконец-то! Это рог! Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Только зря время потратил. Эта история с Бальдером? Он постучался в дверь. Бальдер из Асгарда просто постучался? Да, он пришел и устроил драку. Сказал, что хочет что-то узнать. Сказал, я знаю, кто ты. А, ну ладно, к этому еще вернемся. А что именно он от вас хотел? Я сразу спрятался. Он заявил, что мне самому все известно. Вероятно, спутал меня с кем-то. Очень любопытно. Ты любишь жару? Жар очень полезен в моей работе. Размягчает даже само пространство. Волшебные двери, которые ты так любишь. Тут они переходят одна в другую, их и толкать не надо. Разбуди парочку и сам увидишь. Путешествовать по Муспелю – плевое дело. Ну, если только тебя не поджарят. О, чуть не забыл. Брок, это наш новый друг Мимир. Знакомый. Мы знакомы. О, почему ты мне не сказал? Он у него спроси. Знает. У Я меня? Знаю. У тебя это надо. Ты знаешь. Тихо. Хватит. Короче, я уже пожалел, что спросил.
можешь не осторожничать. Отлично. Носи с гор. Носи достойно, засранец. Теперь от тебя не отхватим по кусочку. Впереди опустим. Это поможет в трудный момент. Теперь от тебя не отхватят по кусочку. Носи достойно, засранец. Впереди славные битвы. Покажи им все. Это поможет в трудный момент. Теперь можешь не осторожничать. Да-да, всегда рад. А теперь валите в жопу.
Ну, заходите. Вот где отдых в тишине. Что там с другим делом?
Магний и Моди. Других таких кретинов в залах Асгарда не сыщешь. Сделают все, что прикажет дядюшка. Они глупцы. Да, но глупцы опасные. Когда они действуют сообща, они страшны. Но чаще всего они просто грызутся между собой. Они жутко сильны с самого детства. Помню, как Грунгнир схватился с Тором. Потом, голова. Нашли алхимика, о котором я говорил? Хорошо, дай мне подуть в рог. Один поставил тут эту статую в честь Тора. А мировой змей этого жирного болвана ну просто вообще терпеть не может. Наверное, устал на него смотреть. А ему не больно? Ну, видишь ли, в чем дело. Тор и мировой змей давно враждовали. И будут впредь. Наверное, смотреть на своего врага было еще неприятнее, чем терпеть ползущий по кишкам камень. Хочешь, я его спрошу? Нет. Нас интересует только Йотунхейм. Ну, пожелайте мне удачи. Он меня помнит. Помнит, да. Молонгой норкунтунгу. А, ух ты! Эконотувуно. Он соболезнует вам и поможет. Эфниум Фолгур. Любопытно. В чем дело? Беспокоиться не о чем. Что он делает? Направляет нас на верный путь. Слушай внимательно. Чтобы попасть в страну великанов, нам нужно две вещи. Во-первых,
надо узнать путевую руну Йотунхейма. Во-вторых, надо вырезать эту руну на особых вратах. С горы, где мы тебя встретили? Верно. Только бесконечно мудрые великаны сделали так, чтобы обычный резец тут бы не помог. Только волшебное зубило откроет ворота. К счастью, я знаю, где оно. Совсем рядом. Он сперва будто разозлился. А, он подумал, что вы друзья Одина. Прошу меня простить, никогда не говорил на древнем языке трезво. Смотри, вода опустилась еще ниже. Можно увидеть и башни миров, и статую. И я вижу, где еще полазать на берегу. Где этот резец? Найди лодку, и я покажу путь. Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца. Или еще немного осмотреться тут. Но ты, конечно, сам решай. Как попасть к резцу? Нам туда, к статуям гребцов, а потом мертвым. Мимир, так почему Фрея плюнула тебе в лицо? Ну, она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Все началось во время долгой войны между асами и ванами. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон. Обе стороны несли огромные потери. И для многих из нас война перестала быть забавой, а превратилась в утомительное смертоубийство. Согласен, брат? Именно. Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Одина решил найти другой, более разумный путь. Хотел убедить богов прийти к миру. Уговоры дались трудно, но, наконец, Один решил взять в жены одну богиню из рода ванов. Славную не только тем, что она хороша собой и плодовита, но еще сведущая в магии ванов, которую Один давно мечтал постичь. Фрея вышла за Одина? Зачем это ей? И она пошла на эту жертву, чтобы защитить свой народ. Воистину, Фрея достойна лучшей участи, но история, конечно, не так проста. Можно высадиться.